Ну, что характерно, Забайкалье хоть и холодный край, но он солнечный. И первый день моего пребывания на родной земле, конечно, меня встречает солнышко. Я иду по тротуарчику, уже подхожу к дому, где я жил. Вот, это Украинский бульвар 15. Дорожка знакомая. Ничего не изменилось. Все так же. Никакого благоустройства. Та же детская площадка. Тут вот мы с Машей когда-то гуляли. Вот наш подъезд. Дом. Украинский бульвар. Вот такой вот Украинский бульвар. Эти дома все были построены еще когда мы здесь жили. Вот. Но там ниже, Украинский 5, там квартира моих родителей была. И потом я там жил длительное время. Ну а сейчас я выхожу на улицу Петров-Забайкальскую. Вернее, Олег-Заводскую.